будешь потерять? Не, не тоже. Мама, мамочка! Мама! Да, держись. Мамочка! Алик, уже не горячий. Это наш внук, правнук, правнук. Так что, вы знаете, конечно, это очень больно, что нет такого количества людей, которые мы встречали каждый год. Малышей, детей, шары, знамена, внуки. А сейчас напуганы люди. Этого нельзя было допускать. Нельзя. Это позор. Позор городу, позор стране, позор всем. Алла Федоровна Ковкова. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. С праздником. Привет. Еще раз. Хорошо. Спасибо.